Здравствуйте, Лилия Ивановна. Здравствуйте. Дорогие друзья, сегодня мы приехали в дом до Лилии Ивановны, как приезжаем каждый месяц. И благодаря Валерию Мартину из Германии мы привезли ей наш усиленный тормозок. И также передаем ей 1000 рублей на лекарства. Спасибо. Дело в том, что только благодаря вам, дорогие друзья, эта женщина... Еще жива. Без вашей помощи и поддержки ей совершенно не выжить. Иногда некоторые говорят, ну почему так? Ну так сложились обстоятельства, что у женщины нет квартиры. Она снимает здесь квартиру, вся пенсия уходит на снятие. На продукты лекарства остаются 500 рублей. Дочка умерла. И... родных у нее нету. А те родные, которые очень далеко, не особо и хотят общаться. И, пользуясь случаем, хочу просто низко до земли поклониться вам, дорогие друзья. Без вашей помощи такие люди просто не выживут. У меня просто нет слов. Когда я приезжаю до Лилии Ивановны, всегда очень трудно. Спасибо вам и низкий вам поклон.